Спасибо, что вы вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите. Ну что, друзья, мы продолжаем нашу программу. И тема пойдет о том, как правильно залезть в воду в водоеме. Напомним, что в холодной воде есть такое свойство, что может сводить ноги. Это значит уже что-то ненормальное. Поэтому в этом случае необходимо тут же покинуть воду, то есть выйти. Чтобы вам помогли, да, друзья, семья, дети, кто-то, чтобы вас вывел из воды, и вы должны быть на суше. В воду вам нельзя. Если вы будете плавать, можете погибнуть, потому что вы не сможете выплыть. Поэтому это вы должны понимать, как никто другой. Ведь главное на отдыхе быть здоровым и себе не навредить. Постепенно входить в воду. Запомните эти правила. Ведь лето не за горами, и хочется отдохнуть на пользу. Поэтому всего самого и наилучшего вам. Мир полон чудес, волшебное время живем. Вера в светлое будущее, возможно, иллюзия, а не обман. Пам-пам-парм. В сказку верят не все, просто ее не видят. Сказка живет в тебе, в своей жизни каждый волшебник. Я выйду, войду, выйду, воду, войду, воду, выйду, войду, войду, воду, выйду. Я выйду, войду, выйду, воду, войду, выйду, воду, войду, войду, воду, выйду. Мир полон чудес, волшебное время живем. Друзья, мы продолжаем. Последняя тема в нашей программе сегодня — это гаджеты для кухни. Итак, первое. О, планно есть вот такого. Они из силикона. Вот мы видим, да? Следующее. Это вот такие вот специальные приспособления, чтобы поддевать котлетки, то, что вот жарится, такие вот. Далее, специальная терочка такая, компактная, на которую можно все тереть. И специальные приспособления для перемешивания и захвата салата, чтобы вы могли взять. Вот такие приспособления для кухни есть. Ну что ж, пора заканчивать. Лам-парам-пам-пау. Мы теперь об этом знаем все. Я стану водопадом, падением с высоты. Но для меня уже слишком просты. И крепость твоя не та. Нам оставалось всего неделя, но она уже прожита. Лам-па-ба-бум-паум, лам-та-дан-тун-таум, лам-па-рам-пум-паум, лам-па-ба-бам-паум. Мы теперь об этом знаем все. Я стану водопадом, падением с высоты. Для меня уже слишком просты. И крепость твоя не та. Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита. Пара-лам-пау.